Также говорит имам Ахмад дальше. وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. Что касается нашего убеждения, братья, в вопросах имана, в вопросах веры, то мы говорим, что иман – это слово и убеждение, оно становится больше, возрастает и также уменьшается. То есть возрастает и уменьшается. Становится иман меньше, становится иман больше. كَمَجَاءَ فِي الْخَيْرِ خَبَرْ. Как это пришло в хадисах. أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. Самые полноценные верующие люди – это те, у кого самые лучшие нравы. Также пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ваман тарака ссалята факад кафар». Тот, кто оставит молитву, этот человек стал неверующим. Также пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Валейса минал амали шейхун таркуху куфрун илля ссаля, ваман тарака хафаху кафрун, вакада халля Аллаху хатля». Точнее, нет, это слова имама Ахмада, который он приводит, Абдулла ибн Шафика, а не пророк, алейхиссалям. «И нету такого дела, которое, если ты оставишь, ты станешь кафиром», то есть это куфр, кроме как молитвы. Тот, кто оставил молитву, стал кафиром, и Аллах, субхану ва тааля, дозволил убийство этого человека. Иншаллах, сейчас подробно по каждой теме поговорим. А, да, вот баракаллафик. Тот, кто дал садаха, седьмой вид, это кто? Это тот, кто дал садаха настолько скрыто, что сам от себя не скрыл, что его левая рука не знает, что дала правая. В некоторых ривоятах пришло, что правая рука не знает то, что дала левая. Это называется ривая маклюба. Это тот, кто передавал, он ошибся. Просто правая на левую заменил случайно. Более правильно то, что левую. То есть он дал правой рукой свой такой садах, а что даже левая не знал. То есть имеется настолько скрыл свой садах, а не хотел, чтобы кто-то это увидел баракаллаху фикум. Запомнил ты это 7 таких? Что потом спросим у тебя? Хорошо, говорит... имам говорит, шейх Вали приводит доводы на это. Аллах Субхану Тааля сказал в сурату Аль-Фатх в 4 аяте: «Лиездаду иманан маа иманим», чтобы их иман возрос вместе с иманом остальных. То есть здесь у нас довод на что? Что иман поднимается. Также Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Ахзаб в 22 аяте сказал: «Вама задахум илля иманан ва таслима». И это не прибавило им, кроме как имана и подчинения, покорения. Также Аллах Субхану ва Тааля в суре Али Имран в 173 аяте говорит: «Фазадахум иманан ва калю хасбуналлаху ва ниамаль вакиль». И Аллах, то есть их иман поднялся, или же им был поднят иман, Аллах поднял их иман, и они сказали: «Хасбуналлаху ва ниамаль вакиль», достаточно нам Аллах, и как же прекрасен этот покровитель. Также в хадисе в Муттафак Али, который приводит Бухари и Муслим, сказал пророк, алейхиссалату ассалям, от Абу Хурайры: «Аль-Иману бид'ун ва ситтуна шу'ба, валь-хаяу шу'батун мин аль-Иман». Иман 60 с чем-то ответвлений, и то есть скромность – одно из ответвлений имана. Полный хадис, то, что «А'ляха ля иляха илляллах», самое высокое из этих ответвлений, это самое сильное из этого, это «ля иляха илляллах», сказать «ля иляха илляллах». Самое низкое из них «ималату ля это «ан-тарик», то, что ты убрал что-то, что мешает мусульманам на их дороге, что-то просто с дороги убрал. Это самое маленькое проявление имана. И «хая», то есть скромность, это ветвь из ответвлений имана. Этот хадис, братья, говорится про него, что это и есть довод для 5 вещей, в которые Ахлю Сунна убеждены в имане. Говорят про них хамсунунат, 5 букв нун. То есть тот, кто знает арабский, может запомнить эти убеждения легко очень на арабском. То есть это «и'тикадун биллисан», то есть слово языком, «и'тикадун бильджанан», убеждение в сердце, «амалун биль-аркан», дела, то есть тело, «язиду бита'ат ар-рахман», это то есть увеличивается, если ты подчиняешься Рахману, милости ему, Аллаху Субхану ва Тааля, وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ. Если ты будешь подчиняться шайтану, то твой иман будет падать. قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَيَعْتِقَادٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ يَزِيدُ بِطَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ. Это 5 вещей. И на эти 5 вещей, братья, есть довод вот в этом хадисе. Кто сможет понять этот хадис, который я привел от Бухари, который приходит в Бухари и Муслима, и сказать, где именно довод на каждую из этих 5 вещей? А, только руку. Языком. Языком. Стеснительным сердцем. Сердцем. Стеснительным сердцем. Дела, вот, дороги. Это что-то с дороги брать, это дела. И также то, что повышается, унижается, как мы поймем? Что их 60 ответвлений, то есть делаешь это, больше делаешь это, и так далее. И все то, что может стать больше, становится меньше. Как это сказал, дальше пойдет именно имя.
Говорит Хафиз Ибн Хаджар, Фатху аль-Бари, в шархе на Сахих Бухари, говорит, что Ибн Масуд сказал: «Аллахумма зидна иманан ва якинан ва фикха». «О Аллах, увеличь наш иман, наша убежденность и наше знание». То есть, опять же, подтверждает то, что иман увеличивается. Кто из заблудших течений отрицает это? Говорит, что иман не увеличивается и не уменьшается. Хавариджи и мурджииты. Ну, некоторые. Некоторые, да. Также есть другие. То есть, в основе все это хавариджи и мурджииты говорят, что иман ла язык ва ла янкус. Не становится ни больше, не становится ни меньше. Хавариджи говорят, что тот, кто сделает какой-то, то есть грех, не может быть мусульманином. Что касается мурджиитов, они наоборот. Они говорят, что да, что только не делает, все равно будет, как Джибриль верующий. Ибн Уайяни, Суфьяну Ибн Уайяни сказали: «Иман язиду ва янкус». Иман становится больше и меньше. И он сказал: «Алейса такрауна аль-Куран». Разве вы не читаете Куран? Аллах субхана ва тааля сказал: «Фазадахум иманан». Что Аллах увеличил их иман. «Фи гайри маудиъин». В разных местах. «Кыля янкус». А говорит, а что ты скажешь? Он уменьшается. И сказал: «Лейса шейун язиду илля ва янкус». Янкус. То есть нет такой вещи, которая может подниматься, кроме как она может и опускаться. То есть становится меньше. И это мадхаб саляфов, в котором противоречат им кто? Ханафия и матуридия. Ханафиты, то есть именно те ханафиты, которых называют мурджиатуль фукаха, мурджииты фикхи. То есть это самая слабая степень мурджиизма, но эти люди, как говорят ученые Ахли Сунна, они являются из Ахли Сунна. То есть мы не говорим, что они заблудшие мубтадия и так далее. Они в одной ошибке. Их убеждение ошибка. Но они, то есть не такая сильная ошибка, чтобы выводить их из Ахли Сунна ва джама. А матуридия, понятно, матуридия, как их название, матурид, что пожелают, чтобы они что пожелают, то и в то и верят. وَأَذْهَرْ مَعُوْخَدَ عَلَيْصَانَ Да, то есть, и это, то есть то, что опровергает из-за этого, то есть книгу Акида Тахави. Дальше сказал такой щепетильный вопрос, имам Ахмад поднял, что тот, кто оставит молитву, тот стал неверным, стал кафиром, как это приходит в хадисе, и приходит другому «Аль-Ахду ля дибайнина убайнина муссалах, ман таракаха факад кафир». Тот договор, который между нами и ними, это молитва, и тот, кто оставил ее, стал неверующим, стал кафиром. Также Абдулла ибн Шакик, рахимахуллах, говорит: «Кана асхабу Мухаммадин ля яравуна шейан таркуху куфрун гайрас сала». Что сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, не видели никакую вещь, если ты ее оставишь куфром, кроме как молитва. То есть оставление молитвы они считали куфром. И этот, братья, вопрос... В нем очень много ученых разногласят, очень много разговоров и так далее. Мы не будем, иншаллах, долго на нем останавливаться. Просто я вам скажу вот такую вещь. То есть сегодня, конечно, есть такие братья, которые пару роликов на ютубе по 2-3 минуты посмотрели, и все, и говорят: я выбрал для себя вот такое мнение, это не сильнее и так далее. Потом, братья, это разногласие идет еще со времен имама Ахмада. Имам Ахмада, у него самого было два мнения в этом вопросе. Одно мнение, что то есть не выводит ислам, другое мнение, что выводит ислам. То есть я сейчас вам не буду торжествовать это, если честно, я сам еще до сих пор до себя не выбрал более правильное мнение, потому что очень сложное разногласие. То есть у тех и у тех очень сильные доводы. Те, кто говорят, что кафир, у них явные хадисы, явное указание. Другие приводят такие доводы, с которыми ты действительно, когда ты посмотришь их, скажешь, что ну субханаллах, действительно, а как тогда мы скажем такое? Но Аллаху алям, если идти посередине, братья, то братья должны понимать такую вещь. Во-первых, в этом разногласии, как мы сегодня, как брат Марат говорил, то, что есть ихтиляфы разных видов, бывает, и из них ихтиляфу афхам, то есть то, что разногласие в понимании, то есть понимание каких-то вещей. И одни не должны порицать другие. Те, кто говорят, что оставляющий молитву не кафир большим куфром, то, что он кафир, нет разногласия, но кафир маленьким куфром или большим, вот это другой вопрос. Те, кто говорят, что это маленький куфр, не должны порицать, если человек, который придерживается мнения, что это большой куфр, придерживается этого мнения на салафитских основах. Братья, как он должен придерживаться этому салафитскими основами? Некоторые молодежь, братья, я не знаю, как это распространено у вас, но на Кавказе это очень часто, сплошь и рядом, потому что это как новая форточка, чтобы вывести человека из ислама, машаллах. Людям это очень удобно. Я не знаю, Кавказ обидится, наверное, если я так скажу, но все же, это есть, нужно это признать. Братья, оставление молитвы, как даже Абдулла ибн Шахик говорит, оставление его куфр. То есть это что значит? Это значит, что, братья, оставление молитвы, по этому мнению, на кабатун миновато до ислам, что это одно из деяний, делающих ислам недействительным. И как мы с ним работаем, то, что мы с вами уже обсуждали даже по ходу разъяснения этой книги, то, что, братья, это просто одно из деяний, которое выводит из ислама. То есть мы смотрим, знает он, не знает. То есть это не значит, что все, человек думает, машаллах, давай, Аллах, и кафир, и так далее. Нет.
И таким образом, то есть он сделал детка, подумал тому человеку, который там зарезал для кого-то и так далее, но он не знал, например. Мы же смотрим, когда мы говорим о какой-то личности, то мы спрашиваем, почему он не молится, знает ли он, что молитва вообще обязательная, что он знает, что он не знает, где он живет, живет ли он среди таких людей, которые все знают, что молитва обязательна, как в Саудии. То есть никто не будет брать и оправдывать кого-нибудь, кто живет в Рияде, брать с детства, учит Таухид, Усуля Саляса, Китабу Таухид, братья, каждый учитель у него уроки, знает, что братья, на фаджар, братья, человек сотнями ходит, на утреннюю молитву братья ходят. То есть у них нет такого понятия, в принципе, у саудийцев, по милости Аллаха, чтобы не молиться. То есть это у них как-то что-то дикое, братья. И понятное дело, что его мы не будем оправдывать, как ты можешь не молиться и говорить, что я не знал, что она обязательно. Ты не мог этого не знать. Такому человеку мы скажем, давай, с тобой уже другое у нас будет разговор. Но что касается, братья, наших стран, у нас большинство людей не знают даже, что, в принципе, молитва обязательная, что это из арканов ислама и так далее. У нас, в принципе, люди не знают, что такое арканы ислама, что такое столпы ислама также. То есть мы не оправдываем, опять же, мы же не говорим то, что те, кто не молятся, да нет, они молодцы, машала наши братья и так далее. Нет. Они, братья, страшные люди, субханаллах, если бы они прелюбодействовали намного. То есть мы сегодня, братья, с людьми, которые зинают, нет, никто рядом не ходит. Даже кто-то курит, не ходит с ним даже. То есть говорят, да ну он курит, не буду я с ним общаться так же. И своим детям я не разрешу с ними общаться. То же самое, братья, а этот еще хуже. То есть к нему эти отношения должны быть еще хуже. Он не выполняет Аллаха, субханаллах, право на него пятикратную молитву, которая вообще изначально была 50-кратная. Потом пророк Аллах, субханаллах, по своей милости сделал ее 5-кратной. То есть, поэтому этот вопрос, братья, не должен быть таким предметом спора. Любой вопрос не должен быть предметом спора. Хорошо там поменяться, то есть сказать, что этот ученый стал, какое у него понимание и так далее и тому подобное. Потому что доводы, братья, есть у этого, доводы есть у того. Это следует этому, это следует этому. То есть тот, кто с больным пониманием берет какое-то из этих двух мнений, с этим человеком, то есть не нужно тратить свое время. Некоторые говорят, что нет, тот, кто не молится, не кафир, и считают чуть ли не там Джибрилем, любого того, кто даже не молится там, и так далее, последнего человека, который вообще далек от молитвы и так далее. А другой же говорит, что нет, просто человек там не молится, даже не знает, что это ваджиб и так далее, но он хочет, даже мы их спрашиваем, ну, я, субхана, так хотел бы, мне так нравится, что ты молишься, там деньги дает, машаллах, шазакаллах, ты молишься, там помогает тебе, ну, детям бывает, деньги же дают, наверное, у нас есть такое. Поэтому... То есть не нужно спешить, в принципе, в этих вопросах, это раз. Во-вторых, братья, вопросы эти не такие легкие. То есть ты можешь сегодня быть убежден, потом раз послушать какого-то другого ученого и сказать, что, субханаллах, эти доводы действительно сильные, а потом другой тебе скажет, что это сильно сильные и так далее. То есть если кто-то действительно изучал вопрос, выбрал для себя, нет проблем. Но не надо делать такое, что особенно, братья, некоторые, то есть выбирают себе мнение, как... Один джаин, братья, сказал, что да, я знаю, что ученый, вообще молодой парень, говорит, да, я знаю, что ученый разногласен, но я не считаю такого человека верующим. Субхана, то есть само построение, брат, твое предложение, что это такое? Да, я знаю, что они там что-то разногласят, но я как бы для себя уже выбрал, вот моя истина, да. Ну, то есть нужно быть, братья, скромными в этой религии, братья. То есть мы, то, что знали наши ученые, то, что знаем мы, это разные вещи. И вот имам Ахмад, от него от самого приходят две версии. В одной он говорит, что не кафир, в другой говорит, что кафир. Но, опять же, понятное дело, что, братья, это страшный грех. Даже тот, кто говорит, что это маленький куфр, это мнение не значит то, что маленький, значит, там что-то несерьезно. Нет, братья, это намного хуже, чем если человек прелюбодействовал бы, распивал спиртное, риба заходил и так далее. Это оставление молитвы, братья, страшное дело. Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Фи джаннати ятаса альбуна масара, как он фи сафар». То, что в раю верующие будут спрашивать у кафиров, когда будут их видеть, говорит, что привело вас в этот огонь? Самое первое, что скажут, мы не молились, скажем. Мы не молились, братья. То же самое человеку, мы сегодня несколько раз говорили, что будет у него, не сгорит, и как то, что какие места у него не сгорят, братья, и по каким признакам пророк, алейхиссалям, их узнает и так далее. По местам суджуда, если человек никогда суджуд не делал, какой верующий, какой ислам, какой иман, на что человек рассчитывает. И у нас есть, братья, страшные хадисы, то, что тот, кто оставил молитву, кафир, в другом хадисе, то есть тот договор между нами и ними, молитва, это куфр. То же самое сподвижники, братья, считали это куфром и так далее и тому подобное. И опять же, даже если человек убежден, что это маленький куфр и так далее, не надо, когда ты разговариваешь с людьми, которые не молятся, говорить им то, что, ну, братья, это маленький куфр. Брат, твое слово маленький, они куфр уже не послушают. Маленький, а что-то несерьезное, все, ребята, они молимся и уйдут. Понятно? То есть другое дело, когда ты сидишь в кругу туллаб, аль-ильм, салафитов и так далее, ты говоришь, да, братья, в этом вопросе разногласия, эти ученые сказали так, вы не спешите, вы не судите людей и так далее и тому подобное. А если какие-то взрослые люди, да даже молодежь, которая не молится, то есть им неинтересно, это там ходят, непонятно где, шастают и так далее, и ты этим братьям говоришь, что да нет, это маленький куфр, не переживайте, нет. Говорим, как есть, это дальше придет в этой книге. То, что некоторые моменты мы не объясняем.
То есть пришел в куфр, говорим куфр, все, и ничего не объясняю, чтобы запугать людей, чтобы они боялись Аллаха. То есть не нужно делать шариат чем-то, ну, как бы, есть как бы форточка. То есть не нужно форточки давать тем, кому они не нужны, братья баракалуфикам. Это вкратце, что касается вопроса оставления молитвы. Если есть вопросы, только без того, какое правильное, про более правильное мнение и так далее. У нас сосед не молится, можно ему такфир сделать. А то вот не молится, ему можно сказать так, что сильнее мнение, что он куфр, чтобы он начал молиться. Если ты убежден в этом. Или просто скажи, если ты убежден в другом, скажи то, что, брат, ученые говорят, они же ученые реально говорят, ученые говорят, что такой человек кафир. Лалям это очень, брат, сильное мнение, у них очень сильное мнение. И опровержения на них они опровергают тоже много. Но самый главный им вопрос, то, что ученые говорят, то, что подразумеваете под оставлением. И вот там вот начинается. То есть, что у каждого ученого свое понятие оставления. Кто-то говорит, одну молитву оставил, как говорит шейх Ибн Баз, если ты не помолился Зухар, то да, асар, ты кафир. Если ты упустил молитву, Зухар, то есть преднамеренно опустил, пропустил ее, то ты, брат, кафир до следующей молитвы. Другие же говорят, нет, катарк в значении в языке означает то, что что-то оставил и не возвращается к этому. Другие сказали то, что он не молится, никогда не молился и не собирается молиться. Другие говорят то, что хорошо, тогда вопрос. А если человек только джума молится, этот человек мусульманин и так далее, и тому подобное. То есть долгое разногласие, да? Но это, брат, опять же вопрос, который в вопросах татбиха, в вопросах практикования этого вопроса, хукма и так далее, брат, ни у кого разногласий не будет. Как я вам раньше говорил, что в вопросах отрабиль джагли и так далее, в вопросах практики не бывает разногласий. Вопрос, то есть надари, это, брат, вот, изучение, то есть как ты смотришь на это, как ты смотришь на то дело, да, там есть разногласия. А так, брат, в итоге нет. Поэтому, потому что те, кто говорят, шейх Фаузан сказал так, шейх Фаузан, шейх Нубас сказал так, брат, вот таким людям скажи, вот ты возьми, вот я тебе помогу, мы с тобой поедем к шейху Фаузану, поедем к шейху Абдуль-Мухсану Аббаду, который говорит то же самое, сядем перед ним, и ты скажешь как вот, свои настоящие убеждения. Скажешь, я вот, придерживаюсь этих убеждений, и поэтому я говорю, что мой сосед кафир, такой-то кафир, брат, они тебя в шею выгонят. Это не их убеждение, брат. Они не говорят тебе любого направо-налево такфир, если он оставляет молитву, брат. Это говорит, что сам фи'аль, помните, мы говорили, что хукм аля фи'аль, гайр хукм аля фа'аль. То есть то, что какое-то действие, его хукм не подобно действию того, кто делает это действие. Как-то раз шейх Ибн Усеймина спросили, один человек говорит, некоторые заблудшие говорят нам такую вещь. То есть как их опровергнуть? Они говорят, что если человек делает что-то из куфр, то это не обязательно, что он является кафиром. Шейх Ибн Усеймин, субхана, это убеждение Ахли Сунны, говорит, какие заблудшие, говорит, это наше убеждение. Убеждение Ахли Сунны Вальджамаа, что не каждый, кто сделал что-то из куфра, является кафиром. Он сказал, как так? Он говорит, ну вот так вот. Он говорит, а шейх Улислам начал спорить с шейхом Нуфамином. И он говорит, шейх Улислам сказал так, шейх. Он говорит, брат, книги шейха Улислама известны, то есть везде в библиотеках есть, говорит, этот человек самый далекий человек от такфира. То есть они где-то что-то говорят, большинство где там про шейх Улислам, Таймийска, то есть начинают такие высокие речи перед людьми делать, потому что люди джагли, не знают, кто такой шейх Улислам, что у него там за книги, кто это вообще такой. Просто какой-то шейх сказал, все, значит, это так. Особенно бородатый парень приходит, и это еще и выгодно моим убеждениям. Получается, я такой не хороший мусульманин, но зато я буду мусульманом, такой-то кафир. Выгодно, братья, просто братьям выгодно это. Эти люди говорят, шейх Улислам сказал Маджму Аль-Фатава и так далее. Вот братья, которые такие вещи говорят, подойди и скажи, брат, сколько томов Маджму Аль-Фатава? Просто спросите у него. Он начнет, ну, 2-3, наверное, 34, 43, сколько их? Всего очень много, больше 30-34, если я не ошибаюсь. Это раз. Два, братья Маджму Аль-Фатава, это сборник Фатава Ибн Таймии. Эти люди даже не знают, о чем эта книжка. Спросишь меня, о чем эта книжка вообще? Не знаю, книжка шейх Улислам Таймии, все. То есть, братья, и там много, и там, наоборот, шейх Ислам Тамин из тех людей, насколько я знаю, которые говорят, что оставляющий молитву – это не кафир, в принципе. И дает озер бель-джамли. Он и шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб дает озер бель-джамли. Есть у него это много в разных книгах подтверждение это. Подтверждение этому у него есть. Так, когда приходит, как шейх, это может послушать или почитать. Есть у шейха Муфамина в шархе на китаб Тухид из Сахих аль-Бухари, он там говорит и долго объясняет. Также в Кашфу Шубухат у него это приходит. О том, что он приводит прям слова, и откуда, где этот шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и шейх Улислам говорили и подтверждали, что есть оправдание поневежества. И не могут они его отрицать, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Вама кунна муадзибина хатта набаата расуля». И мы никого не наказывали, кроме как посылая им посланника, то есть который доходит до них. Который доходит до них. Даже более того, братья, сначала на этом закончим, потому что уже время у нас. Как раз недавно слышал шейха Салиха Аль-Фаузана, который, братья, придерживается в этих вопросах, знаем его убеждения, то, что оставляющий молитву кафир и так далее. Более того, он говорит чаще всего, говорит, что нет оправдания по невежеству.
И приводя о том, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, братья, не делал такфир такому человеку, как Аль-Бусири. Кто такой Бусири, кто знает? Когда вы видите маулид, и суфисты читают свои стихи, они читают стих, который называется «Бурда». Ну, действительно, «Бурда», конкретная «Бурда» в этом стихе. И это написал эту «Бурду», братья, вот этот Бусири, суфист, имам, один из имамов суфистов. В этом стихе, братья, содержится явный куфр. Говорит он: «Нет у меня никого, кто помог бы мне, кроме тебя», говорит раз. Говорит: «Из твоей милости», пророк, обращение, это обращение пророка, «из твоей милости, то, что ты знаешь, то, что в книге», то есть в хранимой скрижали, говорит это. Говорит: «Ва альмуль калами, ва альмуль гайби», то есть то же самое, ты знаешь сокровенное, ты знаешь то, что написало это письмо, то есть что это, точно, письменная трость. «Ты», говорит, «ма ли ахану алюзу бихи сивак», я, говорит, «нет у меня никого, кто мог бы мне поддержать, помочь, кроме тебя». То есть такие страшные вещи говорит этот человек. И это его стих, братья, которые читают. И что говорит про него Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, когда спросили у шейха Салих аль-Фаузан, он говорит: «Кааннаху ма йара такфирах», он говорит, не считает, что этот человек кафир. Говорит дальше, что потому что такфируль муайен, такфир какому-то определенному человеку, вот такой-то сын такого-то говорить, это большое дело. И говорит, и он, и шейх Фаузан что говорит? «Кааннаху яасибу аннаху ма балагатху худжа», как будто бы он считает, что до него не дошел довод. Бусыри, братья, на ком языке себе хасид написал? Арабском. Куран был в его время или нет? Был. У шейха Фаузана есть слова, братья, которые очень любят такие хавариджи, такфиристы, что если дошел Куран, все хватает. Не хватает, субханаллах. Сам шейх Фаузан, братья, кто из вас, если Аллах облегчит, или же студенты и так далее, кто, брат, просто, альхамдулиллах, по милости Аллах, братья, мы читали очень много его книг. Альхамдулиллах, шейха Фаузана, объяснение. Братья, в книгах он совсем другое говорит. То есть какая-то фатва, которая была дана определенному человеку в определенное время, в определенной местности, это другой вопрос. Вы смотрите на его книги, что он в своих книгах говорит, когда он спокоен, вот так, как мы сейчас с вами обсуждаем что-то. Потому что, может, к нему подошел человек, который явно он знает по своей мудрости, что ему не нужно говорить что-то другое, ему надо вот так сказать, а другому надо сказать помягче. Мы же обсуждали эти вопросы, да, то, что фатва бывает, как говорил один из салифов, то, что ученые подобны пророкам. Вы видите, что пророку один спрашивает и говорит один и тот же вопрос, и двум разным людям он разные ответы дает. То же самое и ученые, потому что они видят по своей мудрости, видят, что это за человек, как ему нужно говорить. И он говорит, братья, то, что он считает, то, что не дошел довод до этого Бусыри. То есть он что делает? Оправдывает его по невежеству, братья. Оправдывает его, во-первых, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, во-вторых, его оправдывает шейх Салих аль-Фаузан и говорит, да. Но, говорит, что касается того человека, которому была приведена худжа, и он сказал: «Нет, я это не приму, я останусь на своем», это человек кафир. Хорошо, этот человек кафир. Но даже это, братья, это что значит? То, что мы сейчас с вами пойдем, брат, молиться надо, нет, я не буду, все, ты кафир. Таким образом, имам Ахмад, братья, когда я вам рассказывал же Муамуну, Мутаву, Атасиму и так далее, Вася, я он им объяснял, вы думаете, имам Ахмад им не объяснял? Думаете, не говорил, или какие-то доводы слабые у имама Ахмада и так далее, а у наши доводы намного сильнее и так далее. Объяснял им, говорил, они говорили: «Нет, все равно Куран создан». А имам Ахмад говорит: «Говорить Куран создан — это куфр», говорит. Но им такфир не делал. Почему? Потому что они истолковывали, братья. То же самое. То есть это, братья, вопрос такфира ненужный, как некоторые говорят: «Субханаллах, что никому такфир, что ли, не делать?» говорят некоторые. Да не делай, кто тебя заставляет его делать, субханаллах. То есть никто тебе не говорит, что такфира нету в шариате. Ну не делай ты, субханаллах, ни знания, ничего у тебя нету. Кто тебя заставляет его делать? Молись, постись, субханаллах, изучай свою религию. Кто тебя заставляет такфир делать? Почему у тебя вся религия, субханаллах, сузилась до такфира? У тебя столько всего, субханаллах, которое ты сунны ничего не делаешь, и ты хочешь такфир, 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 такфир. Да и какая польза? Ну вывел ты его из ислама, что дальше делать будем? Все, радоваться жизни, что это что-то хорошее, что ли? То есть мы не говорим то, что не нужно это делать, вообще никакого такфира. Нет, такфир есть. Есть, братья, есть люди, которые выходят из этой религии после того, как зашли. Аллах говорит: не просите прощения. Теперь вы стали неверующим после того, как вы уверовали. Довод на что? Довод на то, что есть такфир, братья. Человек может быть верующим, а потом стать неверующим. Но это, братья, не такой легкий вопрос, и это вообще не наше дело, грубо говоря. Аллах говорит в Куране: «Вакафаллаху муминина литаль». Аллах избавил верующих от сражения. Братья, Аллах нас избавил от этого. У нас есть шейхи, у нас есть ученые, братья большие. Это их дело, пусть они занимаются этим вопросом. Ты, брат, занимайся, чем тебя Аллах субхана ва тааля обязал, как имам Ахмад сказал, то, что завтра придет тебе польза, то, что завтра вернется к тебе благо. Брат, оставь этих людей, это не твое дело, тебе не нужно. Ты хочешь им благо, призывай их. Остальное, брат, не нужно. Лейса алейка худаху, не в твоих руках, брат, их прямой путь.
Поэтому, братья, занимаемся мы сами собой. И в Аллахе тот человек, как говорили саляфы, то, что говорит, оставь меня, говорит, горе тебе, почему я не обсуждаю никого, горе тебе, говорит, я, говорит, своей душой занят, какое мне время до других. А тот, кто, братья, занимается такфирами, в Аллахе, клянусь вам, братья, я видел, я вам, вот, я не любитель называть такие вещи и так далее, в принципе, фасихов упоминать на уроках шариата, но все же. Один человек, братья, которого спорил в вопросах такфира, такфирил, например, саудовское правительство и так далее и тому подобное, этот человек, братья, смотрел вот фильмы всякие про супергероев. То есть фильм про супергероев, где есть супергерой, бог грома, его не смущает. Этот человек не кафир, и этот сам брат не кафир, когда смотрит и радуется за то, что бог грома убил там какого-то монстра и так далее и тому подобное. Братья, это норма для него. То, что какой-то человек с другой планеты пришел, от солнца заряжается, из глаз там лазерами стреляет и так далее, это все нормально для него. Паук укусил кого-то, он там паутины, это все нормально, ну, можно это смотреть. А саудовское правительство, братья, у этих людей кафиры. Почему, братья? Потому что это сунна Аллах, обычай Аллаха на своих рабах. Если ты оставляешь слежку за своей душой и начинаешь следить за другими, ты вот так ее запускаешь, братья. И у тебя будет бог грома, вообще не проблема, нормально, бог грома, красавчик, нет проблем, я тоже молот пойду куплю. А вот зато этот саудовский правитель кафир. Почему? Да потому что он не по шариату правит. Аллаху Акбар, почему не по шариату правит? Он говорит день и ночь, потому что у нас шариат, мы следуем, этот сам мазхаб шейху ль-Ислам Тайми, шейху ль-Ислам Мухаммад ибн аль-Вахаба, сунни пророка, салласам и так далее. Нет, почему? Да потому что он сделал так-то и так-то, да потому что он сделал так-то и так-то, у них еще и там танзы, у них еще какие-то там эти самые. Субханаллах. Видите, фамаллам яджалиллаху лаху нура, фамаллаху минур, как Аллах Субханта, а тот, кому Аллах не даст света, у этого человека не будет света. Поэтому, братья, этот вопрос не такой простой, не такой легкий, чтобы его взять и так за 5 минут, братья, раскидать.